Дядя Дмитрия Тарасова окрестила свою младшую дочь. Известно, что крестным папой малыш стал друг футболиста Алексей Миранчук, а мама – сестра Костенко Диана Щербакова. Сразу после обряда Дмитрий сообщил, что теперь чувствует себя, наконец, абсолютно спокойно. Стоит отметить, что свое счастье вместе с Анастасией Костенко Тарасов обрел практически сразу после развода с Ольгой Бузовой. Сейчас у пары уже двое детей, причем обе девочки. Так, 16 марта семья Тарасовых крестила свою младшую дочь Еву. О радостном событии Дмитрий Тарасов сообщил в личном блоге. Он также рассказал, что малышка по дороге в храм вела себя весьма спокойно. Многих пользователей сети восхитил внешний вид супруги Дмитрия Тарасова, так как она была одета в легкое шифоновое платье. Кроме того, Дмитрий Тарасов под снимками, выложенными в интернете, написал, что поздравляет крестных с новой ответственной должностью, а именно духовным воспитанием ребенка. Также он подчеркнул, что всегда рядом и готов прийти на помощь своей малышке.